Добрый день, дорогие подписчики, дорогие дубницы, все, кто заходит к нам в группу, все, кто смотрит наши видеоролики, прошу вас, вступайте в группу. Я очень рад, когда у нас прибывает народ, когда вы смотрите мои видеоролики. Я для вас стараюсь каждый день. Снимаю новые видеосюжеты, выкладываю новые фотографии, рассказываю много интересных сюжетов о том, как выбрать шубу, как подобрать шубу. Ставьте лайки, комментарии, репосты. Сегодня у нас необычный день. Сегодня у нас был привоз шуб, новые фасоны, новая коллекция пришла. Давайте посмотрим, давайте немножко пробежимся по шубному ряду. Что нам сегодня приготовила мода? Чем мы будем вас баловать? Давайте посмотрим. Сейчас я вот эти бешала отодвину, бешала, чтобы не мешались. Так, давайте сделаем вот так. Более удобно. Я сейчас немножечко подвину, чтобы вы все видели сами своими глазами. Вот. Вот так вот видно вам? Я думаю, видно. Хочу немножко рассказать о том, что в нашей коллекции присутствуют не только норковые изделия, но еще изделия из песца. Давайте с них начнем. Смотрите. Шубка такая с воротничком Шанель, рукавчик. Два цвета. Посмотрите, какие красивые. Это под куничку, под соболя. Жилет меховой, тоже песцовый, красивый. Жилеты вот такие, трикотажная основа, отделка песцом. Очень модная на девчонок. Тут, наверное, с ума сойдешь вот это все рассказывать, про все шубы. Я сейчас пробегусь кратенько. Вот фасон красивый, посмотрите. Отделка куница, цвет загар. Хороший такой, молодежка. Что у нас потом есть? Вот такая шубка красивая есть. Диагональная полосочка с капюшончиком, молодежка. Так, дальше смотрим. Вот такая рыська, рыська-брыська. Черный цвет, пояс, капюшон рысь. Красивый для стройных леди. Так, смотрим дальше. Вот интересный фасон, мне очень понравился. Плечи регланчик, ворот Шанель, кожа. Кожа рептилия, ну такая куртеночка. Очень экстравагантная вещь. Вот это настоящая кожа змеи, настоящая. И, кстати, был у меня видеоролик один о коже змеи, о коже питона. Посмотрите там, пролистайте. По-моему, где-то июньский выход. По-моему, июньский выход или зима, я уж не помню. Посмотрите. Нет, по-моему, июнь, за июнь, посмотрите. Отделочка кожа змеи. Вот здесь, посмотрите, нет пуговиц. Оп, магнита. Фасон шикарный. Вот это блэшечка, блэглама, красивый ворот. Черный бархатистый меф. Летучка зеленая с этим, с поясом замшевым. Вот фабрика нам такие шуб дала, сказала, что довольно-таки людям они интересны, будут спрашивать, интересоваться, мерить, обязательно покупать. Отработанные вот эти все модели, все фасоны, так что нас снабдили сейчас, пожалуйста, прибегайте. Вот мы сами рассматриваем, что интересного у нас. Длинные шубки, пожалуйста, посмотрите. Для наших зим, суровых русских зим, гулять по лесу, дышать воздухом. Каракуль появился. Посмотрите, с каракулем. Норка с каракулем. Женские фасоны. Классическая поперечка махагон. Рассказывать долго не буду, все ее знают. Вот. Вот такая, посмотрите, какая. Вот более такая интересная шубка для модниц, кто, ну, хочет выделиться, кто хочет что-то интересное, новое отдели, прям так вот смотреться интересно. Так, ну это простой фасон.
Так, 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 так. Что нам еще дали? Ага. Вот такую шубку дали нам с красивым воротником. Вот такая недлинная шубеечка. Норочка очень хорошая, мягенькая. Черная шуба, поперечка, трансформер. Подол, рукав, все отстегивается. Во, капюшон. Готовимся к сезону каждый день. Готовимся, подготавливаем наш выбор, думаем о вас. Приходите на примерку, я искренне буду рад, если вы придете, если вы померите, сообщите, что вы меня смотрите. В разделе видеоотзывы, то есть видео, вы можете смотреть видеоотзывы наших покупателей. В разделе фото клиентов вы можете смотреть, кто у нас купил. Много фотографий наших дубницев, посмотрите, возможно, вы кого-то узнаете, вам интересно будет, улыбнетесь. Позвоните знакомым, сообщите, что вы их видели, спросите, как шубка, как курточка, довольны ли они, все в порядке. Вот. Не забываем одеваться по-модному в меховом мастерской. Пока-пока.